Ну чего, мы походу с тобой пришли. Ты видала, какой у него огроменный дом просто? Смотри, там его фотка. Мне кажется, его фотка там висит, как знаешь, типа как вот пугало ставят в огороде, чтобы отпугивать там ворон. А вон смотри, он сам ходит внутри. Вон, смотри. Фоткай. Так, сейчас. Бу! Смотри, он там Бу что-то еще говорит. Так, я сфоткал. Смотри, он нам... А, и да, Нубик, мы с тобой это забыли совсем. А, друзья, прием, на связи Шедимен. Привет, друзья! Сегодня мы вместе с Нубиком хотим проникнуть в дом кота Бу испугался. Да-да, того самого кота из мема. Но проблема в том, что этот дом, как мы видим, он как будто бы полностью выглядит как будто бы, ну, настоящая тюрьма. Везде вместо стекол решетки и тому подобное. В общем, мы пока что не знаем, как мы именно будем это делать. Но чтобы у нас сегодня это получилось, обязательно прямо сейчас поставь лайк поддержке под этим роликом. И что еще сделать, Нубик, надо? Надо подписаться, если вы еще не подписаны. Да, обязательно. О, слышишь? Нубик, по-моему, это наш с тобой момент. Смотри, он куда-то делся. Он реально, походу, ушел. Он нас заметил, испугался. Ты думаешь? Он нас с тобой видел? Он... Я не знаю, но может быть он нас испугался и решил не высовываться больно. Кто его знает? Так, давай сейчас еще немножечко подождем, убедимся, то, что его нигде возле окон не будет. И постепенно начнем уже двигаться. Я его лицо вблизи на фотке сфоткала. Ну это просто, не знаю, прикинь, у каждого бы на доме висело его лицо, того человека, который живет в этом доме. Это было бы вообще прям... На самом деле, мне кажется, это было бы прикольно, потому что можно понять, кто именно здесь живет, а не просто имя написать здесь. Что такое? Нубик, в смысле? А как? Что? Ай! Ай, тихо, не трогай нас! Ой-ой-ой! Так, давай сядем. Бу, испугался, не я бойся! Не что происходит? Я тебя не обижу, иди сюда, иди ко мне, сядь рядом со мной, посмотри мне в глаза. Ты видишь меня? Я тоже тебя вижу. Давай смотреть друг на друга до тех пор, пока наши глаза не устанут. Ты не хочешь? Почему? Что-то не так? Ой, Нубик, мой, что это было? Он же был в доме, как он оказался за нашей спиной? А я, главное, еще этот последний момент его заметил, он начал убегать, а он меня все равно поймал. Так, Нубик, у нас с тобой экстренно меняются планы. Друзья, забудьте о том, о чем мы говорили в начале, о том, что мы хотим попасть в этот дом. Мы это сделали. Вот. Так что. Теперь нам надо выбраться из него. Короче, ставьте, если кто-то еще до сих пор не поставил лайк, то ставьте лайк для того, чтобы сегодня нам сбежать из этого дома, потому что все пошло, как всегда, не по плану. Мы с Нубиком ничего не взяли с собой. Кот наше желание услышал и решил нам помочь. Так, короче, он, походу, ищет тех, кого сажает перед собой, и потом они друг на друга смотрят, вот. Как-то так, Нубик. Я не хочу ему в глаза смотреть. Слушай, тут камеры повсюду просто висят, ты прикинь? А я не сразу их заметила. Так. Ё-моё, это что за скелеты еще? Там скелеты возле капельницы, это что, он что, врач или что? Слушай, ну, если возле капельницы уже скелеты, то мне кажется, точно не врач. Это знаешь кто, скорее всего? Бу! Нет! Нубик! Что делать? Не знаю! Слушай, смотри! Он меня завалил! Знаешь что? Так как... Тихо! Короче, мы появились с тобой в этой комнате, он хочет, чтобы мы сидели все время за столом. А те скелеты... Глаза? Это те, кто, видимо, кого он поймал. Вот, так что мы с тобой тоже можем такие стать. То есть, получается, если мы не сбежим, то нас ждет такая же судьба? Я боюсь, что да, Нубик. Так что надо как-то это отсюда сваливать. Сейчас надо просто... Надо быть тихими и надо вот так вот все просто... Согласен, да. Божечки. Нужно тщательно все делать, потому что важна каждая деталь. Шеди, опа. Смотри, там цифра 5. Я сфоткаю на всякий случай. Пускай такая типа улика будет. Чтобы не забыть? Да. Нубик, иди сюда. Смотри, я хотел сфоткать цифру 5, ты именно вот в эту последнюю секунду передо мной пробежал, и смотри, что я сфоткал. Просто желтое все. Как это? Что за фигня вообще? Так, ну-ка, все, сфоткал, короче, это я вот сюда вот буду. Ох, я постоянно, когда мимо лестницы прохожу, там есть книжный полк, я думаю, что это кот. Так, кстати, о, смотри, какая-то штука здоровенная просто. Ха-ха, чего-то не хватает. А чего не хватает здесь, в смысле? Ну, может быть, мы как-то поймем. Так. Ага, это я на кнопку нажал, она не работает. Угу, понятно. Так. Так, ну здесь ничего такого нет, поэтому надо следующую секунду. Бу, испугался! Где он там? Да, испугался. Это да, мы боимся, реально, это неприятно. Так, 6. Смотри, тут какой-то книжный лабиринт. У него из-за лица эффект Зловещей долины получается. Да, это точно. Так. Тогда я в ту сторону пойду по лабиринту. Тут никого нет. Что?
Я, короче, о! Ой, что, а что? Где? Кот был! Гинеколог! Ё-я, капец! Испугался, не бойся! Короче, Шеди! Что? Шеди, знаешь что? В общем, давай пока что сядем. Давай. На всякий случай, вдруг он оттуда зайдет. Я канистру нашла. О, нормально. Возможно... Это, а вдруг? Да. Это для той штуки. Да, но там три было этих ячейки. Ну, да. Возможно, нужно три канистры найти. Ладно, да. Погнали. Фух. Смотри, это ты рыбу сюда положила? Нет, у меня вообще нету никакой еды. И смотри, эта рыба почему-то ведет снова туда, в гараж. Пошли посмотрим. Чё тут? Ничего нет? А я не знаю, что тут нового. Тут вообще ничего особо нового нет. Все так. Видимо, он просто рыбой раскидывается. Чтобы этот отвлечь нас, наверное. Я тогда ее уберу сейчас отсюда. Так, погнали. Он же кот, он рыбой питается. Так, что тут вообще есть? Так, у нас получается тут... Слушай, там что-то какая-то еще уличная территория даже есть у него снаружи дома, огороженная забором. А ты, кстати, Шеди, да, не забывай цифры еще искать. Да, я пытаюсь. Смотри, какая у него комната тут на самом деле классная. Шеди, нашла цифру. Какую? Сфоткай. Нашел цифру 0. Опа, так, ха-ха-ха, не откройте. Просто так. А где это? Я, короче, в какой-то большой комнате, вот. И тут помимо того, что там алмазный замок, тут еще железные решетки стоят. Нам нужно как-то Опа, еще одна цифра. Шестерка. Друзья, секундочку внимания. Напоминаем про наши мерчи. Там столько всего интересного. Футболки, худи. Пеналы, брелки и все такое классное. Заглядывай. Ссылка под роликом. А теперь назад к видео. О! Зеленая. А у тебя что было еще раз там? У меня, ноль... Такой синий. Нолик. Получается 0, 5, 6. Нубик, возьми, кстати, печенье покушать. Кстати, да, я печеньки люблю. Вот. Так, эх, жалко, в банку рыбу не могу засунуть. Ладно, сейчас куда-нибудь вот сюда вот положу это. Эх, жаль. Так. Только для печенек, это специальная такая посуда. Да, я уж понял. Так, тут у него заперто все везде. Бу, так, испугался, слушай, не бойся. У него реально... Блин, он где-то ходит. А... Так, может быть, здесь надо искать, а нет, это не открывается. О, Нубик, слышь, я еще нашел канистру. Ага. А где? Вот здесь, за столом, на кухне. А я здесь ходила? Я не... О, ладно. Такс. Ходим. Она на улицу... А, все открыто, я думала, там закрыто. Где ты здесь? Он сзади! Нубик! Прячься! Сзади, ну беги! там, в доме он. Мы, походу, с тобой не убежим просто сейчас. Шеди, там рычаг. Так, где? Вон там вот. Какой рычаг еще? А, вижу, да, сейчас. На камине. По-моему, Нубик, это очень глупо выглядит. Я взял рычаг, я выбегаю отсюда. Так, я прохожу, пока что побежал дальше. Бу, испугался, не бойся. А, я опять он начал. Я друг, я тебя не обижу, иди сюда, иди ко мне, сядь рядом со мной. Нубик, я наверху где-то. Посмотри мне в глаза, ты видишь меня? Я тоже тебя вижу. Давай смотреть друг на друга до тех пор, пока наши глаза не устанут. Ты не хочешь? Почему? Что-то не так? Все не так, я домой хочу, отпусти нас. Аршиди, я последний еще знаю, что заметила. Что? Я заметила кодовый сундук. Так, тут ничего нет. Так, погоди. А, да, я вижу. Слушай, тут эта туалетная комната есть. Я отсюда его вижу. Кодовый сундук этот. А, и да, короче, я нашел рычаг, ну вот этот, который на улице был. На нем написано, что этот рычаг открывает железную решетку. Что за железная решетка еще? О чем речь вообще? Ну, может быть, это та, в которой замок был? Я слышу какие-то звуки, как будто бы кто-то то ли на пианино играет, то ли какие-то, знаешь, типа нотные блоки, точняк. А, включил, походу? Бу! 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 Ой, Шеди. Чё? Ужас какой-то, у нас отвлекает. Он петь, что ли, пытается там? Я не знаю. Вон он стоит, вон он стоит! Где? Вон. О, боже мой! Так, слушай, чё делать? Нам надо валить из этого этажа, по-моему. Давай уходим отсюда, он посмотрел сюда! Давай вниз за стол сядем сейчас, пока что. Не могу. Все, ладно, я за стол побежал, ты пока там прячься. Так, Нубик, погоди. А сколько мы с тобой сфоткали цифр вообще? Три получается? Цифры сколько? Одну я сфоткала, типа 0, 5 и 6. Понятно. Скорее всего, нам нужна еще где-то... Ой, Нубик, он у меня в комнате. Тут, за столом. Это с кодового сундука. Нубик, он сейчас видит то, что только я в комнате сижу. Он сидит. Бу, испугался, не бойся. Я друг. Я тебя не обижу. Иди сюда, иди ко мне, сядь рядом со мной. Посмотри мне в глаза. Ты видишь меня? Я тоже тебя вижу. Конечно, заметил, я в комнате с ним. До тех пор, пока наши глаза не устанут. Ты не хочешь? Почему? Что-то не так?
Нубик, ты, по-моему, не вовремя, лучше бы пряталась. Ой, так я здесь, я здесь, я здесь. Так, короче, нам нужна сейчас четвертая цифра, вот. А, нам нужно понять, куда ставить этот рычаг, и нам нужна третья канистра. Ой. Он ушел. Так, подожди, рычаг должен для решетки, а решетка была возле... Спасибо. Решетка была возле... Вот там, где дверь замком, помнишь? Но туда негде рычаг ставить. Там же типа просто решетка, которую нужно как будто просто... бы либо сла... Чё это, рыба? Капец, он тут все рыбёшка это заставил, вонючий. Так. Короче, нужно ультравнимательность какую-то включать, и мы с тобой реально где-то пропустили эту циферку, просто маленькую. Так, здесь нет... Она, наверное, там, где нас не было. Слушай, а ты где нашла свою цифру вообще, вот эту? На кухне. А, нет. Я... Бля, ну вот, нет, это тогда другая, я думал еще один. Канистру нашла третью. О, где она была? Ой, там кот. Где? А, за шкафом была канистра, а кот у меня Блин, в комнате. Блин, как тут неудобно, лестница то туда идет, непонятно, куда ты... Погоди-ка, вот же, вот это что ли? Просто рычаг здесь вам не поможет. А что? Ну-ка, погоди-ка, сейчас. А канистру может быть? Да. Короче, я понял. Нам нужно, чтобы этот рычаг заработал, три канистры поставить к генератору. Вот, да. Как раз таки я третью и нашла в той же комнате. И запустить генератор. Вот. А в этой сундуке что-то... А, подожди, нам еще циферка нужна. Вот, да, мы поймем, что в этом сундуке, и тогда уже будем думать, что делать дальше. Потому что пока что что-то не очень понятно. Короче, давай попробуем, да, до генератора добраться потихоньку. Пошли. Так, давай не шумим, главное. Здесь. Так, ставь. Раз, два, три. Есть, отлично. Ну, запускай. Че? Да, давай. О, что-то открылось. Получилось. Так. Ой, кажется, он идет. Слушай, давай за генератор спрячемся. Давай. Тихо сидим, стоим. Тихо. А может, показалось? Не-не-не, я точно слышал то, что дверь открылась прям отчетливо. Ого. А может, где-то рядом открылось? Вон! Тихо. Бу, испугался, не бойся. Я боюсь. Тубик, не дыши! В смысле? Тихо. Чё он свою рыбу эту кидает? Фух. Так, чё, надо подниматься и нажимать на рычаг. Да, пошли. Вот, наверху там. Такс. Он здесь, он на нижнем этаже, вон рыба из-за угла вылетает. Ой-ой-ой. Так, бежим. Открывай. Так, открываю. Есть! Получилось! Ё-моё, что происходит? Так, открываем. Что? Ломает железные прутья. А-а-а, пошли! Это, короче, на первом этаже получается, вот эти штуки. Тихо! Все, Нубик. Блин! Ну тут мы уже с тобой не выкарабкаемся никак. Что делать будем? Давай попробуем. Резко выбегай, закрывай решетку. Нет! Я закрыл его! Да? Я выбегаю! Но мне кажется, он сейчас выломает ее просто. Так, Нубик, это наше время. Давай сейчас пока что погоди. Давай цифру искать, короче. Где она может быть? Не здесь. Вообще а может быть, вот на этом этаже где-то она и прячется? Может, на кухне нам она прячется? Не на кухне, точнее, написано она где-то, я не знаю. Так, тут да, нет. Да, тут только единственное не было. Опа. Он выбрался! Я, по-моему, нашел. Выбрался! Слышишь, Нубик, я, по-моему, короче, нашел. Ноль, еще один желтый. Ты же не находила желтый ноль? Так. Желтый, но нет, только синий. Все, отлично. Я сейчас тогда на улицу пойду. Я пока что, короче, в подвале сижу за столом. Вот. Куда на улицу? А, все, понял. Так, я открою, я хочу открыть вот в бассейне. Давай вместе откроем. Хорошо. Сейчас, а ты не видишь его, где он? Так, получается, нет. Сейчас, я иду к тебе. Погоди, я попробую к тебе сейчас добраться как-нибудь по-тихому. Получается, у нас есть 5600. Сейчас иду. Блин, это не тот этаж, постоянно путаюсь. Я тоже наверх себя иду. Так. Там... Не вижу его, пока я иду к тебе. Так, у нас получается... Раз, два, три. Так, 5, 6, 0, 0. Пятерка, шестерка и два ноля. Пятерка, давай. Шестерка, два ноля. Так, 5, 6, 0, 0. 5, 0, 0, 6, 5. Так, 0, 5, 0, 6. 6, 0, 5, 0. Что было? Ключ. Так, отлично. Ключ. И получается то, что у нас с тобой... Он там! Где?
Там. Давай быстро за стол. За стол в подвал, и потом будем работать дальше, короче, делать. Ща. Главное только правильно прибежать. Так, налево и вниз по лестнице. Короче, по идее, теперь мы с тобой получили ключ. Мы ломаем просто вот эти железные прутья на первом этаже. И с помощью ключа открываем алмазный замок, и все, мы свободны. Бу, да. Испугался? Не бойся. Я друг. Я тебя не обижу. Иди сюда, иди ко мне. Сядь рядом со мной. Посмотри мне в глаза. Ты видишь меня? Я тоже тебя вижу. Давай смотреть друг на друга до тех пор, пока наши глаза не устанут. Ты не хочешь? Почему? Что-то не так? Так, осталось еще немного этого потерпеть. Мы уже практически сбежали отсюда. Я уже не могу. Да. Фух. Пошли. Ну, погнали. Короче, выходим. Текс. Интересно, он сам понимает то, что... Да, по-любому понимает, да, мы же его закрыли за решеткой там. Текс, тут никого нет. О, кстати, такое место прикольное, можно было вот так прятаться за телеком. Эх, точно. Ну, в самом конце узнается. Ладно. Все здесь. Ломай все. Открывай! Открываю. Выходим, бежим! Бежим! Так, а где он? А где он? Не знаю. Ты его не видишь? Он еще думает то, что, скорее всего, мы, может быть, дома находимся. Может быть, да. Что-то мне его как-то под конец даже жалко стало, то, что мы от него убежали. Кстати, просто. Я то же самое хотела сказать. Мы его взяли, убежали, он такой миленький. Так почему он нас тогда закрыл просто в этой... А вон он, смотри! Все, давай, мы, короче, пошли. Нубик. По-моему, все-таки не надо было его жалеть. Короче, знаешь, да, что, погнали-ка отсюда, пошли, как можно скорее. Бежим, давай.